акции за незалежность уже давно прошли, тем не менее их эхо гремит до сих пор. До сих пор под административным арестом находится наш коллега, блогер, активист, поэт Олесь Круткин. Первый свой административный арест он получил именно за участие в акции за незалежность 20 декабря. Затем суд Витебска добавил ему еще 15 суток за расклеивание наклеек. Однако и этого им оказалось мало. Карательная система дала еще 15 суток непрерывного административного ареста Олесю Круткину. Сейчас он находится в ИВС города Витебска, где сидит свои третьи 15 суток. Я считаю, что это ненормально, как с моральной стороны, так и с правовой, поскольку человек не может находиться под административным арестом непрерывно более 25 суток. Я вообще не беру в учет то, что Олесь осужден за свои политические взгляды. Именно поэтому я призываю всех поддержать Олеся Круткина. Я считаю, что данный акт является ничем иным, как попыткой политического давления на Олеся Круткина и всех, кто думает не так, как приказывает эта система. Всех свободных людей, готовых бороться за освобождение Беларуси от диктатуры. Именно поэтому я, как и другие политические блогеры, спецпредставители ООН, представители посольств европейских государств, правозащитных организаций, а также множество неравнодушных людей, активистов, журналистов, коллег Олеся Круткина, призываю освободить его как можно быстрее и прекратить оказывать на него политическое давление. Также я призываю освободить и всех политических заключенных, которые в данный момент находятся в ИВСах, в тюрьмах, в колониях Беларуси, в ЛТП. Свободу Святославу Барановичу. Свободу Олесю Юркойтю. Свободу Илье Воловику. Свободу Михаилу Жемчужному. Свободу Тарасу Аватарову. Свободу Никите Емельянову. Свободу Ивану Комову. Свободу политическим заключенным. Обращаюсь ко всем, кто смотрит данное видео. Если вы неравнодушны к данной тематике и тоже считаете, что политических заключенных в Беларуси необходимо освободить, я призываю всех репостить это видео, ставить лайки, подписываться на канал, записывать подобное обращение самим, выходить с плакатами в поддержку политзаключенных в Беларуси. Вместе мы добьемся многого. Гласность и солидарность делают свое дело. Точно так же, как они выпустили меня и остальных политиков и блогеров, они выпустят и Олеся Круткина. Мы уже видим подвижки в деле Жемчужного. То же самое будет, если и остальные будут действовать. Вместе мы победим. Вместе мы сила.